Всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы посмотрим новые сливы предстоящего обновления, а именно обновление будет, скорее всего, завтра, то есть в субботу. А на сейчас вы на экране можете увидеть иконку новую. Не знаю даже, что это будет, но, скорее всего, это связано с гемами и пэтами. Также, если вы уже знаете, можете написать это в комментариях. Интересно будет почитать. Ну, мое личное мнение, скорее всего, это что-то будет типа депозита. Сейчас я вам это объясню. Так, следующая иконка, это у нас депозит называется. То есть, внести. Вносить, скорее всего, мы будем питомцев. То есть, как я понял, если у вас очень много питомцев, вы можете их внести, и после этого что-то получите. Также есть иконка «Забрать». После того, как вы внесете питомцев, вы что-то сможете оттуда забрать. Я не знаю, либо это будут гемы, либо там усты, ускорения и так далее. Насчет этого точно никто пока что не знает. Следующая иконка, это у нас будет связано что-то с сундуком. Насчет этого тоже не знаю, но возможно появится новый сундук. Именно с наградами. И, скорее всего, там будут какие-то новые бусты или еще что-то. И также пока что известно то, что у нас появится два новых питомца. Скорее всего, вот этот будет мифический, типа как сова. А вот этот, скорее всего, я думаю, комоновский. Также вот ихняя золотая версия. И последний скриншот, то есть последний слив. Это у нас мешки. Насчет мешков я тоже не знаю точно, что будет. Но, скорее всего, это будет связано что-то либо с гемами, либо с монетами. Конечно, тоже будет очень интересно. Либо же эти мешки будут связаны с ивентом зимним. Либо же просто появится зимняя локация, зимний мир. Вот. Ну, в принципе, осталось буквально один день. В принципе, ждать недолго. Все сливы, которые были, я вам сейчас показал. В принципе, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.